В средних и высших учебных заведениях городского округа Люберцы проходят выпускные. Уже бывшим студентам вручают главные документы получения образования. Наша съемочная группа побывала на празднике в техникуме имени Гагарина. Разрешите мне торжественное мероприятие, посвященное выпуску 2023 года, объявить открытым. 4 года учебы позади. Теперь эти юноши и девушки – дипломированные специалисты. Поздравить с этим событием еще вчерашних студентов и студенток пришли родители, близкие, друзья и почетные гости. Начинайте работать, дерзайте, будьте оптимистами, будьте мега амбициозными, как был Юрий Алексеевич Гагарин. И, конечно же, вот на примере вашего однокурсника в разрыве многих десятилетий, а он является вашим однокурсникам, это традиции, которые были заложены. На этом примере можно доказать абсолютно всем, в первую очередь, конечно, себе, а в дальнейшем всем, кто вас окружает, что вы являетесь самыми лучшими, самыми умными, самыми профессиональными. В этом году техникум имени Юрия Алексеевича Гагарина выпустил во взрослую жизнь 495 человек. 107 выпускников достигли особых успехов в учебе и стали обладателями красного диплома. Я училась на повара-технолога. Я чувствую огромное счастье, то, что я получила красный диплом, то, что у меня все получилось, и я счастлива, что я вышла замуж прямо перед выпускными. Я рад закончить этот техникум. За 4 года многое сделал, добился успехов. С самого начала хотел добиваться высоких целей и поставил себе высокую задачу. И вот я ее совершил, достиг. Во время торжественного мероприятия выпускники и гости повторили знаменитую фразу, которую произнес Юрий Гагарин перед своим путешествием в космос. Поехали в новую творческую профессиональную жизнь. С праздником, дорогие ребята! Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.